get a Bulgarian visa. Ну, хорошенькая ты. Thank you. And today we will preparing for travel. Надеюсь, не как кино. Finally, Eurotrip. Хотя у них было весело. Yeah. Оказывается, это транспондер. Ну, вот эта вот штука вот. А нам надо вот сюда, где кэш. Наличка, короче. Там где-то еще и банковскими картами вроде можно платить. Не уверена в этом. А как красиво. О, вот это сад. Красота. Да. Когда-то здесь был яблоневый сад. Еще сейчас... при империи, да? Да, еще при империи. Ну смотри, тут некоторые еще цветут. Такое красивое желтое цветочное поле. У нас впереди снова платный участок дороги. Учитывая то, что с каждым разом сумма повышается. Интересно, сколько здесь? Да, вот сейчас будут тарифы. Что, 210? А, у них там еще тарифы. Типа в какой день недели едешь? Нас 210. Гляньте, кто? Коровики. Какие они. Ага, какие они прикольные. Ой, лошадка. Я уж не знаю, куда эти платные участки закончатся, но тут еще один. 185. Добрый день. Да. А, придешь, да? Сейчас. Ой, а как его теперь найти? У нас все предыдущие четверти. 180. Вот, 185. Все, не надо платить. Спасибо, спасибо, хорошего дня. Свидания. А это что, так можно? Я не знаю. Может, это наверху? А, нам сказали, платить не надо. Короче, в
Короче, там коник привязан. Ну, приезжай. Приезжай. Вон он, коник стоит. С седлом. А у нас тут огромнейшее пробище. Вон аж вереница. В чистом поле. Да, в чистом поле. Тут стоять или туда? Что случилось? Здравствуйте. А махали же. Кому махали? Так светилось, палочку еще махали. Да ну, вы что, езжайте, давайте. Мы все, 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 понял, о, все. Давайте. Все, понял. Доброго. Хорошего спасибо. Вечера. Дебильная ситуация, когда вроде тебе полицейские помахали палочкой. Светящиеся, вы вбегаете прямо на дорогу. А в итоге ты стоишь, ждешь, пока они к тебе подойдут, они к тебе подходят через какое-то время с вопросом, что случилось. Ты поняла, потому что я начал руками махать, остановился, да. Типа, что, где мне встать? Короче, тебе, видишь, когда на них наезжаешь, короче, они вот так не успели все... мы заехать в Ростов, как Артур на полицейских наехал. Короче, мы уже, кажется, в Ростове, да? Я вам, короче, серьезно говорю, я как будто в Киеве. Тут и девчонки тоже, как в Киеве. И боже, и деревья, как в Киеве, и вот эти заборчики, как в Киеве. У меня сейчас истерика будет еще, расплачусь. Да, вот единственное, не брусчатка, не камушек, вот этот красивый, да. Дешевый вариант Киева. Да. Короче, у нас гелик в подземный паркинг не проходит по размерам, слишком уж он большой, и поэтому мы его ставим во дворике. Я не знаю, у нас что, коробка пробита или что, она просто перегрелась, честно. Мы, короче, заселились на 4-й этаж. Да. И так как уже поздно, я говорю тихо, чтобы никому не мешать. И мы капец как устали, и мы будем отдыхать. У меня, кстати, такое первое впечатление от Ростова хорошее. Знаете, так потому что бывает, заезжаешь в какой-то город и думаешь, какого черта, куда я вообще приехал. А в Ростове мне понравилось, так это приятно. О боже, как украинская хата. Похоже? На юге, там в Астрахани тоже где-то. Короче, заметки о Ростове. Значит, девочки все ходят в мини-мини-мини. Прямо вот вообще мини. Типа футболка и шорты. Да, и очень красивые. И все с мороженым. Да, черт, девчонки в Ростове красивые. Да. Мы, короче, заехали на шиномонтажку. Сейчас посмотрим, что у нас течет под геликом. Загонять? Да, а мне где ждать-то? Господи, как у них там стремноватенько. Короче, я вышла, больше тут подожду. А, так тут. Собачка. Ой, только надеюсь, ко мне она не прибежит, эта собачка. А потом тебе приносят счет примерно на 300 тысяч рублей. Да, в среднем. Да. 300 тысяч. И ты платишь эти деньги, блин. Я, короче, в восторге от этой природы. Мне очень нравится. Ой, короче, передок весь в мошках, да? Ну да. Фары прямо. Мошкара, мошкара, мошкара. Тут аж муха внутрь влезла. Ну, ой, там прямо кишки шков. Мы, короче, сейчас находимся в Пятигорске. А едем мы во Владикавказ. Господи, где он тут? Дальше на карте? Осетия, Алания. То есть, типа, вот так мы едем? Да. А, слепая. Все увидела. Владикавказ. И едем в сторону Тбилиси. Мы в минеральных водах. Вон там гора. Жесть темнела, конечно, но вон гора. Начинается Владикавказ. Такие понты нам ездили. Ага. Если бы везде так было, чтобы было сразу понятно. Миленько. Люблю, когда так здания освещаются. Да, это очень прикольно выглядит.
короче, думали, что, может быть, здесь можно будет сделать страховку для Грузии, но нет, здесь для Грузии вроде как не делают. И плюс оно еще до 9 часов утра закрыто. Нам на бумажке написали марка Мерс. Мы пришли российскую границу, сейчас буферная зона. Если честно, я не поняла, что это было. О, ты ж божечки! Тоннель, офигеть! Отпадище, это был отпад. Конечно, капец, как холодно. Прямо жутко холодно. Может, поедем посмотрим, если что? А? Поедем посмотрим, что? Поехали. Тогда я вперед сяду. Вау, и там еще горы. На них солнышко светит. Красотень. Красиво храм выглядит. Ручеек. Ой, какая красота. Нам же нужна страховка, а тут ничего нету вообще. Вот сейчас Артур идет. Мы уже у этого здания были несколько раз. Там типа обменник, симки продают и еще что-то. Мне так сказали идти через дом, в общем, этот. Я на авто. Да, okay. Типа Артур, как водитель, в окошко проходит, это будка на улице, а я иду через здание целое. В общем, как и все проходили. Короче, когда моя очередь наступила, я подхожу, даю паспорт. Мне говорят, к Артуру подходить не дают, документы у него. Орут на меня, какого хера документы не у меня. Короче, я сам пришел. Это просто пипец вообще, конечно. Я, короче, хочу ехать в Турцию. Я не хочу здесь оставаться. Хотя у нас еще есть сколько? 3-4 дня, да? Да, у нас есть 4 дня до Турции, но я не хочу здесь оставаться. Я серьезно посмотрим, говорю. Посмотрим, что ты о Турции скажешь. Турков я уже видела в Киеве. Очень культурные люди. Я не знала, что коровы умеют по горам лазить. Это кавказские коровы. Подкованные. Нет, вынужденные. Это я у него спрашиваю, это я говорю, вы что, по 62 посчитали? Он мне говорит, он показывает на калькуляторе 29. Я говорю, с какого хрена это 29? Это если, да... Ой, блин, короче, ладно, я просто уже... Я не могу, я просто не знаю, как можно быть таким... Так вот, я не сказала. Короче, за 6000 рублей они мне дают 174 лари. Хотя даже по их конченному курсу, который вот здесь... Который вот, блядь, здесь, блядь, да, они должны были дать 234 лари. А вообще, как бы, в нормальной реальности 260 с чем-то там. Артур пошел узнать, сколько у них симка стоит. А, тут гора красивая. Надо было просто мне идти, и не к молодым, усоскам, блядь, а ко взрослому. Взрослые помнят, что значит хоть немного чести, культуры. Хороший человек, помог, сразу активировал. За сколько? Проблемы. На один день 800 рублей, на что-то вроде 5 дней там 1000 там с копейком, как так, 1000 что ли рублей. Короче, везде тут горы, и мне вот это нравится, она так светится красиво. Это гора Казбек, тут речка, речка Терек вроде бы, там вон гора, и вон там вон гора, и вон там вон гора. Вот тут вот отель, в котором мы останавливаемся, вообще не запланировано. Видела? Что, фары? О боже, кладбище насекомых. Да. И куча сколов. Так, вот давай только не про сколы, ладно? Им сколько мил, говоришь? Блин, отстань. Не, серьезно, сколько им? Несколько месяцев. Даже не полгода.
Так. Я носки сушу. Артур сушит носки. Номерной знак солнце тоже. Сейчас туда придет. Ой, господи. Ну, короче, надеюсь, у нас 12-14 часов получится заселиться. Что никто жопиться не будет. Потому что уже. Ой, там собака бежит. Привет, собака. Привет. У нас новый друг тут. Собачка с нами ходит. Вы на машине? Да, да, на машине. А вы не хотели на своей машине или? А мы не знаем, куда ехать все равно. Да. А вы лучше знаете. Ну привезете куда все надо. Тогда. Откуда? Из Москвы. Через это приехали? Да. Без проблем опустили, да? Да, уже пропускают. А-а-а. Уже дней 5, по-моему. 16 числа говорят, что открыли. Короче, мы у храма. И много-много гор. Смотрите, как красиво. Какой красивый камень. А что, в храм просто можно зайти? Да. О, как красиво. Это старый, да? Вау. Как красиво. Вообще супер. Привет. Я себе кучу селфи наделала. Молодец. Я, короче, только сейчас осознала, где мы были. Вот там, у этой церкви. Это так высоко. За 60 лари. Да, за 60 лари. Дофига, конечно, но все равно было интересно. Но если бы не это, мы бы да, туда не поднялись. Да, я потому что хотела туда подняться, но... Мы пешком прошли. Мы идем заселяться в отель. Тут такой приятный ветерок дует. Мы заехали в номер. Номер такой. Я слышу, как собачка лает. Горы видно. А? Горы видно. Горы видно, реально. Ой, дворик прям точно Кавказ. Смотри, ох, вау. Заборчик все. Ничего себе, там у кого-то стеклянный пентхаус. Какая вот это, крутизна. Алло. Да. Сними. Сейчас. Прям сейчас. Стереотипично. Двор смотри, как двор. Тут. Белый Каен стоит. Тут. Видишь, все. Вот прям. Мы идем завтракать. Там гелик стоит. Тут Артур. Кофе себе взяли с молоком. Там всякие горячие закуски. Там кексики. Ты хочешь кексик? К чаю? Да. В смысле, не к чаю, а к кофе. Сейчас принесу кексик. Чего, у тебя красивый вид? Да. Ты имеешь в виду? Ты видео снимаешь? Да. Да. Безумно красивый вид, говорю. Очень красиво. У нас омлет с беконом и овощами. Мы, короче, едем искать местный банк. Нам сказали, где он находится. Сейчас попробуем туда доехать. Да, вот это получается их главная площадь. Тут нужно налево повернуть. Скорее всего, нахуй пошел. Сейчас мы паркуемся, Артур пойдет в банк. Смотрите, какая тут церковь красивая. Короче, вдруг можно счет открыть в банке. И вдруг это можно сделать на один день. Мы сейчас еще продлили на один день аренду жилья. Остаемся здесь до завтра. Ой, я тут вздыхаю вообще от жары. Давай вот тут с монеткам положим. Давай. Или перепутаешь? Не, не перепутаю с рублями. Очень клево. Сейчас надеюсь на то, что загорю, потому что солнышко ко мне плохо прилипает.
загарточки неплохо прилипают от солнышка. Артур уже резко потемнел. Ему вообще, ему вообще на солнышке нормально, а я не могу. В общем, сейчас будем думать, чего дальше делать. Мы здесь еще остаемся, на одну ночь. Завтра поедем. Почему остаемся? Потому что супер красиво. Да. В Трабзон мы, значит, едем 2 числа, то есть попытаемся пересечь. Первого или второго, подумаем теперь. Первый или второй. То есть, может быть, да, еще останется. Может быть, еще здесь останется. Короче, нам номер в этой гостинице $100 стоит. Ровно $100. Нормально. Дождичек. Нам принесли еду. Там чешушули, да, Артур? Так называется. Это картошка со свининой, да? Я, если честно, вообще ни черта не запомнила. Это, кажется, сацебели. Ну, а там... типа лепешка. Та-дам! Приятного аппетита! Пока я снимала видео, вкусняшку принесли. Короче, я себя всю жизнь испортила. Теперь, когда вернусь в Москву, я не смогу больше грузинскую еду заказывать. Потому что там она совсем не такая. Вы гляньте на этот сыр. Отпад вообще. Ну все, мы уезжаем. Надеюсь, приключений плохих не будет. Да, короче, наших тут просто дофигища стоит. И это уже вереница, я не знаю, может, уже 1000 машин была. Мы вот пока едем. Все эти грузовики стоят, стоят, стоят. Ой, это что, отель? Выглядит прикольно. Вряд ли отель, наверное, опять какая-нибудь типа достопримечательность. Дорога закрыта туда. Может, обустроят? Здесь красиво. Да, фу, я так верчусь, меня сейчас вырвет. А не надо так вертеться, спокойно сиди, расслабься. Голова очень болит. Разболелась голова. Это еще из-за дороги такой, блин. Заметила, как холодно? Да, да. Очень холодно. Крипи тоннель. Так, мы приехали в Гудауре. Насладись вот этой высотой, горами. Запомнить. Красиво. Вот этот домик в чем-то Норвегии напоминает. Да, похоже. Видео снимаю. Хотел увидеть овец. Смотрите, сколько овечек. Вау. Овечки. Вот тут тоже. Черные. Как английские? Да. Круто. Милена смотрит замок. На замок. Там вот был шикарный ракурс. Прямо с угла, когда заезжаешь. Там идеальный ракурс.
И у всех таких вот групп ментовские авто стоят. Да. С мигалками включены. Ну что, заправляем, да? Угу. Тут, короче, на Лукойл заправщик, он типа русский не понимает, не, да? Не, не понимает. Ну, короче, мы заправляемся каким топливом? Супер. Скорее всего, 98. Артур дал 100 лари. Ну, посмотрим, сколько сдачи дадут. Да, до полного. Если бы я сейчас вышла, вот ничего бы, короче, не вышло. Почему? Он троллит меня. Троллит. О, безумная красота. Да, вот здесь молодцы, очень красиво сделали. Да. Получается, примерно 100 рублей стоит литр топлива, который мы только что заправили. Это называется супер. Оно дороже премиум. Предполагаю, то, что это 98. Угу. И мне, конечно же, можно заправлять. Да, конечно. Ты ж не русский. Тут выращивают всякие какие-то цветочки. Там, короче, поля такие красные.
авария когда случилась, люди приезжают, и там автобус с подростками приезжал, и они такие в окна. Ну понятно уже теперь, что это они так на гелик просто отреагировали, а у меня сразу уже эта картина перед глазами, что гелик там весь передок разрушен. Аккуратно коров не сбей, смотри сколько тут. Нам нужно на круге, значит, развернуться и туда поехать, да? Смотрите, сколько коров. Ну нашли время переходить, ну девочки. Ну девочки, ну что ж такое, а? Ну, буренка! Спасибо! Такие маленькие, видела? Да! Господи, они такие смешные. Мне нравится, что они гуляют. Они прикольные. Если бы гуляли бы пони, было бы лучше. Да. Ну, хоть так. Мы проехали. Не сбили ни одну коровку. Да, мы уже в Батуми. Прошла границу с Турцией, грузинскую-турецкую, сейчас я уже в Турции, жду, пока Артур пройдет турецкую границу, он ждет свою очередь. Все, мы прошли границу, и вот оно, морешко. Сейчас пойдем симку купим. Не и... без проблем прошли, точно так да. же, как и в Грузию. Да. Говорят разделяться, а потом, оказывается, нужен владелец да. автомобиля, который пассажиром посчитался ими. Ой, я такая вся... мокрая уже, боже, тут такая влажность. Короче, я просто в наглую прошла через границу. Ну, во-первых, как бы я пограничнику... А мне нашелся пограничник, который... Привет. Привет. Ну чё, как оно? $20. Симка стоит? Да. О, мне нравится этот зазывающий чувак надувной. Вот это. Да, осторожно. Извини. О, какая там еда красивая на картинках. Короче, я придумала, ты оставайся в Турции, я поеду в Черногорию, будем друг к другу в гости ездить. Почему? Тебе больше тут подойдет, чем в Черногории. Тут люди улыбаются, когда на нас смотрят. Не то, что было в Грузии. Меня не обманывают. Да. Ой, пальмочки, пальмочки. Пальмочки. Что нужно всем девушкам? Пальмы. Жара, море и пальмы, да? Да. И вот это и постоянно жалуется. Да как же жарко, да, а? Это Ататюрк? Кажется, он. Портреты везде его должны быть. Да, я видела на границе, везде его портреты были.
где ананас, да? Смешно. Все эти обозначения, все идеальные. Карта не нужна. В номер Артур говорит, что это очень странное жилье. Я в жизни такого не видел. Потолки все разного уровня. Да, потолки разного уровня. Это типа зал. На главную улицу. Сегодня как-нибудь быстрее ездить. Велик мы припарковали. Ого. Да. Ой, это море. Морешка. Первый апартмент с видом на море. Да. Очуметь. Я даже так не загадывала. Ой, смотрите, какой там заборчик у людей красивый. Я заказала себе салат по-нью-йоркски. Да, пожалуйста. Артур себе заказал бургер и картошку. Только что-то как-то этого прямо дофига. Так, спасибо. У нас сейчас около 4 часов утра. Из минарета разносится молитва. Сейчас уже поедем в Анкару. Ой, как красиво. Да, необычно. Я первый раз слышу так молитву. Ее по всему городу слышно. Здесь каждый день. Вау. Слушайте, мы сейчас так ехали за это. Красиво. Вчера это в кафе забыла снять, сегодня увидела. Ты там видел? Да, в описании написано русский салат. Это что такое вообще? Я не знаю. А это, может, капуста имеется в виду? А, логично, капуста. Капуста. Да, Russian salad, это, наверное, капуста. От special sauces, это мне интересно, что бы они положили. В смысле, как они это видят. Блин, надо было себе заказать его, попробовать. Вот сейчас чисто ради интереса уже. Наш отель. Все, пока номер, мы едем дальше. Как
интересно. У нас бы в это время уже куча народу бы шастала. А тут еще все спят. Вау, зеленая мечеть. Как я люблю зеленый цвет. Красота какая. Только выключила камеру, и тут тоннель начался. Дом. Смотри, сверху стоит. Вот там. Да, как прикольно очень. Вот ты видела на моих видео с детства? Мечети всегда есть туалет. Серьезно? Да, помнишь, чего, когда мы только заехали, я же тебе сказал, ты там сказал? Есть. Да. Ну, короче, иду я в Турции. Надеюсь, меня не заберет полиция. Надеюсь, вообще никто меня не заберет никуда.
Смотрите, какой хлеб. Продали хлебушек. Да. Сказали на English, хлебушек продали. Так, это стоил, мне даже сдачу дали. 15 лир. Так, 3 лиры, это 12 значит стоило. Я просто про разные спрашивала. Это значит 12 лир. Что, продают? Да, продают. Класс. Клево. Смотри, какой большой хлебушек. И я там с кошкой познакомилась. Вон она. Это турецкая кошка. Она на меня не гавкает, как грузинские собаки. Тащусь вот от этих деревьев. Я не знаю, их так красиво стригут или они сами по себе такие, но они выглядят ошизенно. Ну и морешка. Сейчас бы еще турецкий кофе, да? Ты ж не любишь. А я хочу в Турции попробовать турецкий кофе. Для Галки вообще прямо... Арка специально для меня остановился. Ой, какой морской запах! Вау! Прямо, прямо море-море! Я доберусь до тебя, морешка! Ой, как прикольно! Держишь? Ракушка! Спасибо! Пожалуйста. А ее можно с собой взять? Да. Ну, пока. О, какая прелесть! Елена, на море наконец! Петляем, не можем никак на Анкару поехать, потому что та дорога закрыта, все вот эти пути туда закрыты. Не знаем по какой причине.
Все, короче, вот так перекрыты. Ой, смотри, там разрушение, смотри. Вон обвал с гор, видимо, смотри, вода течет. Может быть, это реально был дождь, и поэтому дорога перекрыта. На Ангару мы же в горы собирались ехать. Да. А теперь только... Смотри, представь, домик затопило. Ох. Да? Супер. С чайничком! Прям как из детства! Очуметь! А, с мамой с чайником! Мы вселились в Holiday Inn. Гелик у нас на паркинге стоит. Сейчас заберем свои вещи и пойдем отдыхать. Так, мы едем в пентхаус. А карточка куда у нас? А, ну спасибо, да. Столько времени жила, прикладывая карточки в лифте, забыла, что надо здесь сделать. Так, мы в Holiday Inn, едем в пентхаус. Да, в Ангаре. This is our apartment. Маленький, но шикарненький. Да. Так, сюда карточка для света. Та-дам! Ой, господи, гули. Класс. Я оставила балкон открытым. Ой, смотри. Смотри. Тут есть столик, можно посидеть. Да, я тебя сниму. Прямо? Давай. Подожди. Я, конечно, устал. Давай еще раз. Это моя Holiday Inn. Да. И вообще пофиг, что глаза красные. Спать хотим. Давай, что позу мы какую-то. Доехали. Позу какую-то. Не-не, отойди туда. Отойди. А ты же видишь? Да, вот так. Давай. И, короче, мы все-таки в Ангаре. Надо нагуглить дебанк, надо устройство быстро зарядить, потому что у нас все разряжено. Сейчас айфон отключится через минуту. Я обалдеваю, как одновременно сочетается молитва на том фоне, вон там мечеть. И позади нас ночной клуб, где музыканты прямо громко музыку играют. Надо было мне раньше включить. Тут ТЦ, и там... Клуб. А тут они играют. Вот начинается. А там спереди мечеть. Прикольно. Короче, каждый занимается чем хочет. Никто никому ничего не навязывает. Повсюду розы. Короче, я тащусь от того, что повсюду розы. И я теперь понимаю, почему гелик наш весь в песке. Покажи машинки, которые стоят вот. Тут, короче, все в песке. Тут так прикольно. Понравилось? Да. Наконец тишина. Вот что я не люблю в городах. Шум вот от автомобилей. Я люблю в городах. Движуха. Заходим. Давай. Супер парки. Это же выключатели необычные. Все, тут на 10 замков закрываемся. Так прикольно. Ты показала, типа, как сэндвичи. Нет, не показывала. Короче, выезжали с паркинга. Выезжали, я выезжал. Ну, Артур выезжал, да. Тебя не было. В темноте и этот.
Любая этим занимается, подгонял. Ага. Сейчас покажу. Мы в туче. Ой, обалдеть! Вау, я ее ощутить могу, если руку выну. Ой, вау. Боже, это туча. Так, мы заехали на шину. В общем, нам сказали о том, что... Вау! Прорвались в Болгарию. Это... Я не знаю, что сказать, но примерно это такое же... Это по-другому не назвать, это реально прорвались. Да. А нам на границе, короче, не дали документ. Это, короче, наш монстр. Грязная вся. Ну, реально, короче, прорывались. Короче, я иду в Макдональдс. Санкции, блядь. Приедем, блядь, и купим. Короче, купили мы. Стаканчики, блин, какая-то бумажка просто. Это Макфлури. А стаканчики с газировкой? Подставку не имеют вообще. Да. Привет. Хочешь, я тебя заставлю еще больше ненавидеть эту страну? Ну. У них еще какой-то городской текс есть. С утра надо будет заплатить 1.31 с каждого человека. За... Ну, короче, за то, что мы тут оставались. Мы наконец-то доехали до Софии. О, ужасно устали. Заселились в Holiday Inn. Это такой же отель, как был в Анкаре, только это в Софии. Короче, мы в Европе. Да, короче, мы в Европе. Я, короче, в шоке, потому что, ну, я немножко не то ожидала увидеть, если честно. Привет. Да, все хорошо. Возьми, пожалуйста, мне дали документ. Это городской текс 262, да, 262 за двоих. Я не помню, говорила или нет, но по поводу проблем с электричеством. Короче, вчера пошла в туалет в магазине, пока была в туалете, свет отключился. Во всем магазине, короче, перезагрузка произошла. Здесь тоже напряженка прям. Не просто магазин, это один из этих, типа ну, ТЦ. Да, это вот этот большой, типа ТЦ. Ну, большой, местного масштаба, одноэтажный. Честно, не так я себе представляла ЕС. Я даже расстроена. Мы тише прошли. Да. Круче, чем, блин, вот эта часть Софии. Это, блин, потратить столько денег, чтобы сюда приехать, чтобы увидеть вот эту... Короче,
короче, мы на заправке заправляемся соточкой Экто. Тут вот два таких больших стеклянных здания. А все остальное такое малюсенькое. А там горы. В офиге. Когда из машины едешь еще, так думаешь, ну да, все плохо, но не настолько. Блин, у них даже вот здесь, вот вы прикиньте, вот ты все идешь, а тут все бычки, 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 бычки. Это капец, если честно, какой-то. Вот то здание красивое. Университет, видимо, или все. Доказательство того, что это София, вот, видите, на столбике написано София. Прошли болгарскую границу, а это сербская граница. Сейчас будем ее проходить. На болгарской границе нам сказали о том, что может быть проблемы. Из-за того, что у нас... Однократная виза. Да, однократная виза. Типа, если нас эти не пропустят. Короче, как мы поняли, болгарская пограничница связалась с сербами. По телефону, да. Спросила у них, типа, пропускают ли они нас. Те, видимо, дали добро, и поэтому она нас пропустила. Сербский флаг разбивается. О, спасибо. Красиво. Ярик, посадили там. Идем в банк. Да. И спасибо сербам, что просто так печать нам поставили. Да? По дефолту. Вообще, чувак, ничего не смотрел. Вообще пофиг. Просто печать это чик-чик и самая зеленую карту. А, зеленую карту. Зеленую карту спросил. Которую взял просто для вида и отдал обратно. Короче, у меня к сербам уже хорошие отношения. Мы все еще на границе. С самого начала. Да, с самого начала вообще. Я думаю, это неправильно, наверное, так же пропускать. Но они хорошо все разговаривают. Да. Мне понравилось, как это по телефону болгарка связалась с сербами. И те, видать, сказали, короче, давай пропускай. Смотрите, как красиво. Домики красивые, крыши красивые. Дорога хорошая. Мы только заехали в Сербию, пока прям класс. Тоннель, смотрите, какой хороший. Прям сербы молодцы. Миленько. И вон городок. Красиво, чисто. Я не вижу отсюда. Там красиво и чисто. Смотри, не исписано. Да, кстати, стеночки чистые. Вот еще. Стеночки чистенькие, аккуратненькие. Мусора нигде нет. И другой городок. Ну вот сразу жизнь вижу. Деревца выращивают. А тряпочка, чтобы птички не съели ягодки. И как в Турции, у них везде их национальный флаг. Что радует? Да. В каждой стране должен быть везде национальный флаг.
С этой тут... стороны смотри. Ой, это же божечки. Привет, это мост. А, мне нравится. Да, его кто-то исписывал, но стирают. Да. Уже хорошо. Да. Привет, река. Вообще супер. Ой, какой красивый район. Короче, мне нравится Сербия. Вот тут через стеклышко, вот так. Ой, какие крыши красивые. Нечаянно свернули не туда, и да. Вот такая красота. Вот так мило, мы сейчас едем по улочкам, ну, как между деревень. Блин, как здесь красиво, очень мило. Вау. Просто вау. Быстренько, потому что места на телефоне нет. Короче, остановились в придорожном отеле. Господи, выглядит лучше, чем Holiday Inn. Смотрите, как все чистенько. Душ, полотенечки. И там лестница, ресепшн. Да, лестница, ресепшн, супер. Девушка да, милая. На улице, да. Да. И вон там у нас вид. Вот такой вид. У нас гелик стоит. Здесь вот трехэтажный отель. У нас новый день в Сербии. Мы идем на завтрак. Сейчас позавтракаем, а потом поедем в Черногорию. Наш завтрак. Я, как обычно, не могу местом сыр обойти. В общем, вот так вот. Очень красиво. Очень. Да. Такие красивые домики. Как же я тащусь от этих крыш? Я не знаю, чего они мне так понравились, но они, по-моему, офигенные. Ой, церковь. Мы, короче, ехали сейчас по райончику, так красиво. Молодцы, сербы все пытаются в чистоте держать, очень хорошо. И смотри, вот мы в город въехали, а у них тут, смотри, как чистенько. Мусор вообще не валяется, везде цветочки, люди опрятно выглядят. Хорошо, мне нравится. Снова приезжаем через деревеньку. Мне так нравится то, что у них много цветов растет. И дворики чистые. О, вот эти пальмы обожаю. Смотри, банановые знак. Пальмы. Смотри, знак. А, знак олень. Оленик. Так. Ой, какие домики, домики, домики. Мне, короче, понравилось, очень понравилась Турция и Сербия. Заехали на моечку, моем гелик. Короче, подходите к вот этому аппарату. 100 динаров, один жетон. Вот сюда по 100 пускаете, и падают монетки. И потом в том аппарате уже, вот в таком аппарате. О, какая прелесть, розовый гелик. Я вышла без очков, и я как слепой котенок. Так, на улице сейчас плюс 34 градуса. Вы прикиньте, плюс 34, это же самое летушка, да? Да. Вот такие домики. Как прелесть. Эта деревня невероятно красивая. Да. Остановились водичку попить. Смотрите, как здесь красиво. Эти домики миленькие. И сзади кафешка, посмотри, какая она идеальная, современная, чисто-чисто все. Ты видела в них беседу? Да, из видела. Цветов в юном да. Сделаны, это вообще супер. Вау, какой красивый храм. Красоте. Ливень был, уже дождичек закончился. Это, конечно, интересный опыт. Дома ехать. Супермилые. Да, дома супер милые. Это интересный был опыт ехать в дождь по такой дороге. Хорошо бы, чтобы спереди деревья не были повалены. Ой, тут камушки немножко повалились. Так, у нас тут сейчас должен быть поворот на камушке.
Почисти стеклышко. Да. Оп. Дерево упало. Ух ты! Они же гигантские. Да, я приближу. Вау! Похоже на орлов. Я, короче, все-таки вышла к даме. Очуметь вообще. Вон там озеро. Тут, короче, люди совсем неприветливые. Сейчас автомобиль остановился, пока я видео снимала. Чувак прям это грозно так это начал на меня ругаться, что типа снимать нельзя. Ну и ладно. Вау, красота. Отсюда. Видео, у меня это видео. Ой, красота. А, не видно. А там речушка, да? Всё, да. Это не этот крипи чувак. Мы, короче, проезжали пару мест. И там... Вот это вдоль... вот и Ивановцы, или как оно? Да, вдоль дороги. Я не могу. Я не знаю. А вчера через сколько это кошки? Я не знаю, почему у меня это вызывает смех. Это ужасно, но мертвые. Какого черта я ржу, как дура? Я через минуту включусь. Ой, блин, вот тут нормальные дома. Я тут смеялась, вся красная. Короче, там мертвые кошки вдоль дороги валялись. Возможно, это реально люди ложат от ведьм. Я не знаю, но там очень такое крипи место было. Ох, я-то смеялась. Не, все это, конечно, прикольно. Прикольно, но и стрёмно до ужаса вообще. А тут на столбе какое-то существо висит. Везде надписи какие-то странные. Тут крипи ужас. Блин, это с кого-то шкуру сняли. Да! Мы, короче, немножко заблудились. Вроде как едем не туда. Мы не поняли. Мы еще в Сербии, короче. Мы думали, мы уже пересекли границу. Просто ее, типа, здесь нет. Я пошла в местный магазинчик узнать, где мы, короче, находимся. Мне нарисовали карту. Артур в ужасе. Артур в ужасе от славян. На самом деле, приключение очень интересное получается. Теперь у нас хочешь есть карта. И мы доедем, да. Кажется, граница будет в деревне, которая называется Калаврат. Все, мы прошли две границы. Сербскую и... Монтенегринскую. Мы в Монтенегро. Сербы супервежливые. Монтенегро не очень. Дорога сразу после границы, какая красивая. Все, мы в Монтенегро, вот и флаг Монтенегро.
тут прикольненько. Как в Deutsche Reich. Круто. Ладно, в Монтенегро миленько. Понимаю, что если бы сейчас светило солнышко, у меня было бы настроение получше. А так здесь не крипи. Да. Да, на Россию, не, но... здесь вообще не крипи. Вон красивый домик. Прикольно. Место супер. Сказочно. Ну только бы эльфа не задавить. Они же маленькие. Надеюсь, они не будут на дорогу выбегать. Выбегать эльфы? Да. Как они летать будут? А как летать в дождь? Алло? А, ты права. Значит, они прячутся. Крылья же. Хорошо. Помогут. Надеюсь, бухой какой-нибудь эльф не выбежит. Из бара такой лоба. До дома. Из отеля. Отель назывался Polar Star. Так вот. Сейчас. Вон наш гелик стоит. Так миленько. О, да, Polar Star. Коровки. Коровки.